Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, мы на канале Джон Брейн, и мы смотрим видео «Что будет, если не выходить из-за лампы?» Анимация по Undertale. Ссылка на оригинал в описании под видео, тоже переходите, смотрите. А мы начинаем. Говорит Санс, окей, можешь уже выходить. Да, мы напоминаем, ну в Undertale вы, наверное, помните, да, она прячется Фриск от Папайруса, потому что мы еще с ним не подружились, не пообщались, не подрались в случае геноцида, геноцидного прохождения, мы прячемся там за этой лампой. Это я, например, для тех, кто, может быть, уже забыл, хотя таких, наверное, нету. И, в общем-то, по идее, Папайрус ушел, и мы можем вот уже выходить, но мы не выходим, да? Или можешь стоять там, пока рак на горе не свистнет, да? Ладно, бывай, у меня еще куча дел, которые нужно отложить на завтра, да. Это он умеет. Это так, знаете, это откладывать на завтра, это тоже нужно время и силы, это психологически сложно. Ты как бы сам себя винишь, что ты откладываешь на завтра, поэтому... надо еще себя повинить, повариться в этом соку, вот этого вот, вот этой прокрастинации, понимаете, это тоже нужно время и силы. Я понимаю, Санс, понимаю я тебя, понимаю прекрасно. Через какое-то время, Лампу уже, наверное, хочется забрать, да? Я думаю. Спасибо, Тори, твои шутки все такие же искрометные. Я их обязательно запишу. Ладно, до завтра. Пойду радовать Папируса новыми каламбурами. Короче, это такая костлявая жопа стырила все шутки у козы, короче, и все. Чё как, бро? Вот ты где, Санс! Так. Я тебя повсюду ищу! Ленивый ты окорок! Извиняй. Сегодня в этом лесу ужасный холод. Я весь закостенел. Санс, твои шутки все равно не смешные. Ну правильно, потому что он не у тех людей ворует. Это как к тарелке какой-то козе подходит. Включи ютубчик, открой Луиса Сикея какого-нибудь. Открой там, я не знаю, Билла Бёра. У них что-нибудь стырь. В конце концов, он у Поперечного уже получилось в свое время. А ты чем занимаешься вообще? Так, давай это самое... Ладно, слушай, у меня есть очень интересная информация. Я узнал имя нашего старого прапрапрапрапрадедушки. Ага, ты серьезно? Так. И как его звали? Ты, наверное, не поверишь, но его звали прапрапрапапайрус, да? Костя! Блин, это, кстати, вот это, кстати, было смешно. А. Кости, косточки, костяшки, упражнения и растяжки. На морозе ломит кости, ревматизм пришел к нам в гости. Слушай, ты должен реально тарель комиссионные за эти шутки отстегивать, прям вообще. Ты прям вообще не в бровь, а в глаз. Каждый раз не в бровь, а в глаз просто, да. Мне упали от метели и костями... А, мы упали от метели и костями загремели. Да, Папайрус, да, это твой брат. Это твой брат, Папайрус, терпи. Терпи, 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 друг мой. Ты сможешь. Ты... Хватит! О, боже. Ты не оставил мне выбора, Санс Гастович. Все, сейчас будет. Братья будут метелить друг друга. Я должен прекратить твои глупые шутки. Я по привычке чуть не начал играть, знаете. Я забыл, что я видос смотрю. Прям так и кажется, что на тебя наехали по-настоящему. Так, окей. Хоба. Упс. Ну, это самое, а мне вот другое интересно. Ты понимаешь, что шутки про кости устарели 100 лет назад, а? Но тебе же все равно. У тебя как пластинку заело. А мне вот что любопытно, кто-нибудь когда-то лампу тут захочет забрать себе, нет? Или, ну, там, почитать, может, кому-то что-то надо будет. Лампа прям вообще какая-то никому не всравшаяся. Мне аж грустно за него. А стоит единственное, кому она нужна это Фриск. Я буду драться хоть весь день, пока ты не поймешь меня. Опа. Отдай-ка и мне теперь повеселиться. Что так? Папайрус, зря, я тебе говорю. Поразмять кости. Папайрус, зря. Просто зря, поверь. Ты зря наехал, чувак. Чувак, ты зря наехал, да? Да-да-да, понял, да? Не связывайся с ним. Он КМС по андертейловским боям просто. У него там, это, золотая медаль, я не знаю, желтый пояс там, что? Желтый пояс. Почему желтый пояс? Хер знает, пусть будет желтый пояс. Бро, тебе надо быть попроще, сегодня без обидной шутки. В мире Андертейла за крутые бои дают желтый пояс, вот так. И вообще ты опять делаешь вид, что тебе не смешно. Но я-то все вижу. Ну, чувак, сейчас ему и правда не смешно. Сейчас ему вообще не до смеха. Ему больно сейчас и страшно, скорее всего. Возможно, я и посмеялся пару раз, чтобы ты не расстраивался. Так. На меня достали! Они эти же шутки про Костя! Они реально дерутся.
они реально дерутся, два брата, блин. Ну, это, в принципе, да, такое часто бывает между братьями, скорее всего. Ну чё, знаешь, нам с тобой было бы намного веселее, если бы ты хоть на минуту перестал меня костерить. Да. Мне кажется, чувак, что он скоро будет молить о пощаде, о том, чтобы ты хотя бы секунду перестал его костерить, понимаешь? Вау. Вау. Возможно, сейчас у Папайруса даже проблемы с вестибулярным аппаратом начнутся, его костяным, понимаете? Так. Это все я уже где-то видел, да? Где-то я это уже видел. Страшные вьетнамские флешбеки в моей голове. У меня, знаете, флешбеки и вьетнамские, и второмировойские, и даже наполеоновоиновские. Вот у меня все вот ужасные флешбеки, которые только могут быть, они все сейчас у меня. О, вот это что-то новенькое, кстати. Этого я не помню. Может, такое и было? Была собачка с костью? А, это же атаки Папайруса. Ну да, там что-то такое, возможно, даже было. Ни хрена у тебя кость, Папайрус! Тут уж Ивлеева бы, короче, была довольна. Это последнее предупреждение, Сэнс. Там-то явно там не 15 сантиметров, там 15 метров, блин. Если ты не перестанешь, я выкину твой старый носок на помойку. Так. Хм. Ну ладно. Так уж и быть. Обещаю. Обещаю, что буду шутить не только про кости, но и про спагетти. Ты самый лучший брат в мире. Спагетти, это да, такие шутки классные будут. Только ни одну придумать не могу сейчас. Лучше после меня, конечно. Какая может быть шутка про спагетти, реально? Кстати, я хотел показать тебе кое-что интересное. Смотри внимательно. Шутка про спагетти. Подходит к Сансу Папайрус и говорит: слушай, приятель, вот эта лампа стоит уже 1000 нахрен лет. Просто 1000 лет уже тут стоит, я уже хотел бы ее взять, почитать, что ли, или что-то в этом роде. Давай ее заберем, я же уверен, за ней ничего нету, что ты мог бы от меня скрывать, правда? И Санс ему такой говорит: нет, там абсолютно ничего нету за этой лампой, ну черт возьми, она так хорошо здесь стоит. Давай мы не будем ее трогать, неплохо органично смотрится. А Папайрус начинает подозревать, что неладно, и говорит: знаешь что? Что-то ты, мне кажется, лапшу на уши вешаешь. А Санс говорит: а ты что хотел, чтобы я вешал тебе на уши твои спагетти? Я старался. Как мог. Готов. Готово, да. Готово. Все уже закрыли ролик на этом моменте, скорее всего. Поэтому уже не важно. Готово, да. Посмотри, какой у меня гладкий и аккуратный шрифт. Так. Ваушки! Я тоже так хочу! Попробуй это просто. Это они уже обсуждают то, как они общаются между собой, да, я понял. Получилось? Ага. Не, ну, кстати... Класс, теперь наши шутки будут не такими плоскими. Давай, Санс, удиви меня. Мне очень интересно, о чем сейчас думает Фриск? О чем сейчас думает Фриск, стоя за этой сраной лампой? Это просто, ну... Это невозможная херня какая-то. Как она, наверное, устала уже. Извини, бро, сегодня тебе не настроение вешать лапшу на... Да ты чё, прикалываешься, что ли? Нечего у меня воровать! Нечего у меня воровать юмористические приемы, а ты, зараза, костяная! Вот это бывает же совпадение. Там Флауэ, кстати. Флауэ, хер ли ты там забыл? Так, окей. В этот раз получилось почти смешно. Твои шутки все еще как кость в горле. Так, окей. Ну, с таким старанием мы точно сработаемся. Санс, я кое-что никак не пойму. Какого хрен там лампа стоит? Мы с тобой так круто подрались только что. Так, и что? Но ни на ком из нас нет ни царапины. Это, кстати, интересный момент. Так, кого же мы били все это время? Реально, блин, вот оно что, вот оно что. О, господи, шикарно, мне, я понравился этот момент. Пора валить из этой сказки. Блин, это реально круто. Вот это смешно сейчас, конечно, было. Это у Фриск бомбануло, да? Undertale by Toby Fox. Не, это не бай Тоби Фокс. Тоби Фокс бы до такого не додумался, мне кажется.
Чё? Окей. Я ни хрена не понял, ну да ладно. Что это сейчас было? Возможно, вот мы сейчас имеем дело с какой-то отсылкой, да? Может быть. Типа вот эти вот головы, которые одна другую заменяют. Да-да-да, вот это же, наверное, на что-то отсылка, на какой-то мультфильм, возможно. Ну, я не разбираюсь. Но музыка прикольная, кстати, на заднем плане. Играть достаточно. У нас еще 40 секунд видео, то есть пока не закрываем. Пока давайте посмотрим, что еще тут будет. Санс, кстати, прикольно, мне нравится. Санс очень органично смотрится, он как великий танцор, знаете, просто. Ага. Ну, это страшный коронатеми вирус, когда все становятся теми. Жуткая хрень, на самом деле. Думаю, что от такого еще, наверное, вакцину никто не изобрел. Вообще, и не скоро изобретет. Поэтому придется терпеть, видимо, да. Конец! Ну да, месть будет страшна. Вот именно после такого вот человека и начал идти по геноцидному маршруту, я так понимаю. Ну вот такое вот в общем видео мы посмотрели. Опять-таки, еще раз повторюсь, ссылка на него в описании. Переходите туда, ставьте там лайк, комментарий пишите, продвигайте всячески. Тут тоже ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, продвигайте видосик. Если вам это понравилось, также жмите колокольчик, обязательно поделиться. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И под этот замечательный папайрусский саундтрек, который я всегда очень любил, мы заканчиваем сегодня. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.